эмблема юго-восточного Крыма, а скала Лев – это эмблема Карадагского природного заповедника. Это страж Золотых Ворот, который на протяжении 150-130 миллионов лет охраняет вход в жемчужину юго-восточного Крыма, базальтовую арку, скалу Золотые Ворота. И с позволением Льва мы подошли с вами к арочке. Белая тоже ботваны, да? Верх от скалы Лев поднимается